я же уже в руках свой новый сборник, называется «Азийский Алюк». Как у меня много сборников, в Москве выходили, в Иркутск, в Улан-Удэ и так далее. Да? Но этот мой сборник первый, который написан анафорическим стихом. Анафора, вы наверное знаете, это или аллитерация, вот это начальный рифма для европейской и русской, просто стихатки случаи, вы знаете, конечный рифма, вставляем рифму. Вот. Ну, расширяя возможности звукоорганизации русского стиха, вот, русской поэзии, вот, конечно, мне показалось, что анафора она необходима и находит свое место. Пожалуйста, тем более, что анафора идет из традиции тюрко-монгольского стихосложения от наших предков, потомков Великой Степи, и вот она, вот как она и в эпосе существует, и в современных наших стихах. Ну, вот интересно, что в русской стихе, в русской поэзии анафора, она как бы не чувствует, на мой взгляд, чужой. Из цикла «Протяжные гимны». Троя мне снова приснилась, какое снилось мне в детстве когда-то. Тога тумана скрывала чертог уходящего в вечность прямо. Трон Леона и Гектора, трупы все женская скорбь от громахи, травна мир осенила, веселье, увы, не нарушив богов олимпийских. 30 веков пронеслось от планеты, как стадо безумных кентавров. Трижды забоем читал Илиаду, и трижды на миг становился бессмертным. Тени великих смущают мой дух, и веселье опять опускаются руки. Трепетно слушаю степи, и гомеры степные глядят на меня с укоризной. Следующее творение называется «Азия». Ас на монгольском наречии удача и счастье, да именно счастье. Азия, лани твои, тропили мое на земле появление, азбука вечных песнен, проступавших на пальмовых листьях и скалах, азимут веры, искавший в пустыне опору и храмы в душе воздвигавшей. Аллагуа и сияние лунных лучей, сотворявшая всадников грозных, алою пылью клубились просторы, и лотос уставший пыль спускался. Айсберги горно растали из бездны песчина, с песчинок спрессованы жизнью и смертью. Азия, твой караван так велик, что отыщется след мой едва ли. У меня в этом сборе много других стихотворений, больших по объему и поменьше, даже есть и поэмы, и притчи. Вот, ну, поскольку регламент такой, я постараюсь прочитать вам несколько таких своих краткостишек, там есть пятистишек, двухстишек, трехстишек, четырехстишек, да, вот там, в таком ракурсе. Такое есть стихотворение, которое, ну, без названия. Странно есть у поэтов привычка сквозь сито своей души старый рассеивать мир и эхо облекать слова, и это все называть стихами. Воспоминания 90-х. Васко да Гами, наверное, не снились такие шторма в океане. Валом 9-м, столетие 20-е, пронеслось над планетой. Ваучер личный пробив за неделю, я вышел один на дорогу. Вакуум, небо почувствовав, от упавшей звезды прикурил сигарету.
о обычном, о распущенных женщинах вечная ходит молва от того, что изнанка любви такова, но не знает никто, сколько, но не знает никто, сколько в мире поэм родилось от каскада распущенных женских волос. Еще одно. Веки только знают, где я кочую. Ветер только знает, где я ночую. Веками ведомый я бум тысячеликий. Ведаю просторами волю неба, чую. И помимо чисто анафоры, имеется изначально анафору, во многих моих стихах есть стереоциклы, где анафора смещается с традиционной русской рифмой. Вот я пример вам прочитаю вот, из своего цикла сонетного. Там рифма изначально, вот вы это почувствуете. Седым деревьям в тишине ночной не спится. И в тайне крона наклоняется к земле, как дым слегка сиреневый, листва клубится и тает облаками в серебристой мгле. Пока наполнен небосвод сиянием млечным и плещется светло Байкал у самых ног, пора и мне в тиши задуматься о вечном и песнь сложить из праха пройденных дорог. Что боги ведают восхода и заката, чтоб жажду по просторам утолить когда-то, мне дальний путь наворожили журавли, и по следам кочевников, владык полмира, я посягал изменчивость времен и мира, мерцающие возвращала миражит.